Итак, уважаемые коллеги, доброго дня. Рад приветствовать вас в ОПК «Агромир» Тульской области Новомосковского района. В предыдущих роликах мы с вами проводили беседу про то, как мы закладывали наши демоучастки, какие препараты мы применяли, какие фазы, на каких культурах. Сегодня, 22 сентября, пришло время подвести итог нашей совместной работы. Сейчас мы вам постараемся рассказать о том, какие результаты мы получили на озимом рапсе. Разрешите мне вам напомнить, что у нас было два варианта на озимом рапсе. Мы испытывали препарат Амистар экстра в цветении и без фунгицидной обработки, из расчета, что мы будем работать по такому заболеванию, как склеротиниоз. Здесь два варианта. Конечно, визуально мы тут не оценим, да, урожайность где больше, где меньше, но бункерный вес при обмолоте с комбайнов показал разницу, которая вот здесь вот видна на экране с обработочкой Амистар экстра 1 литр 47,7 центра с гектара, без обработки фунгицидом 37,7 центра с гектара. Бункерный вес различается в 10 центров с гектара. Амистар экстра в этом ракурсе выглядит намного лучше. Уважаемые коллеги, наглядная картина была на момент уборки, когда мы молотили озимый рапс. После уборки озимого рапса мы определяли процент поражения склеротинии именно по стерне на квадратный метр. И на участке, где обрабатывали препаратом Амистар экстра, дозировочки 1 литр на гектар, процент поражения склеротинии намного меньше, чем на контрольном участке без фунгицида. Это наглядно видно. Сколько я себя помню, каждый год рапс экономически выгоден с точки зрения выращивания. В Тульской области тоже посевы и площади под рапсом растут. Мы в этом году от ярового рапса отказались в связи с тем, что начали выращивать озимы. Первый год у нас более-менее что-то получилось по озимому рапсу. В принципе, зима была очень мягкая и не было вымерзания особо сильного и вымокания, то есть где даже вода стояла там. Определенно, потому что влаги не хватило уже с осени растению. Какой-то части и лужи, вот эти, которые стоят на полях, их не было. В этом году не знаю, как все будет обстоять, но по прошлому году, вот посевам прошлого года, мы получили где-то ориентировочно на хороших участках 4 тонны в бункерном весе. И 39 где-то мы получили на более худших участках. А в итоге у нас получилось где-то в зачете около 37 центнеров. На озимом рапсе? Да, на озимом рапсе. То есть, в принципе, вы где-то сдвинулись к ленинградскому варианту, ставите на озимый рапс. И если озимый рапс зимует, то большой потребности в яровом на досев уже нет. А зимой перезимовавший даст урожай в любом случае больше. Компания «Сингента»? Да, доволен. Техническая поддержка очень хорошая, и отзывчивость специалиста очень высокая.